Сегодня 12 октября 2021 года. Я нахожусь возле маминого дома. Приехала забрать кое-какие ее вещи. Она же у меня сейчас. И пока не выздоровеет, будет у меня. Ну, там так, лекарства, полный холодильник продуктов. Вот, кое-что там с вещей. Ну, вот так. Зашла, и так смотрю, думаю. Ой, человек живет, обживается, обрастает какими-то тряпками, каким-то хламом, какими-то вещами. А вот сейчас, пожалуйста, переехала ко мне. И что? Что из ее вещей? Там пару тряпочек, что-то там немножко приготовлено в холодильнике, остальное что? Ничего, вот квартира полностью заставлена, и абсолютно оттуда, как говорится, нечего и взять. Ну, вот так вот. Так что я проехалась, прогулялась, прокаталась. Ну, цветочки полила. Так. Ты будешь спать? А, полежу. Спать не буду, полежу. Ну, полежи, почитай. А то, что я только легла, созвонил. Я думаю, наверное, ты что-то звонишь. Васька. Потом смотрю, Степановна. Ну, я пропустила, я думаю. Она говорит, я вам звонила. Угу. Ясненько. А Любовь, это я вам вчера звонила сюда, я на Киевстар. Я говорю, Киевстар у меня дома. Как тут красиво прям парень замотан. Намотано, замотано. Бандаж. Ой. А, ничего нам пить не надо? Нет. Не выпили? Нет, не надо. Мы вечером будем пить. Не надо. Нам надо будет еще раз помазать вот этим как-то. Ну, чуть-чуть позже. Все. Так что... Пей свою вкуснятину. Глянь, сколько у тебя тут всякой вкуснятины. Все, пошла отдыхать.